Нарушение более чем на 1,5 миллиарда тенге при использовании средств государственного и местного бюджетов выявили специалисты Департамента внутреннего финансового аудита Атырауской области. Основная часть нарушений приходится на госзакупки и преимущественно в сфере образования. Результаты аудиторской проверки показали, что чаще всего это процедурные ошибки. Вместе с тем выявлены финансовые нарушения на сумму свыше 150 миллионов. Большая часть денег возвращена государству. По словам специалистов, причина нарушений – неграмотность госслужащих. С нами разработана дорожная карта по, значит, в виде, в формате открытых дверей, в виде, как мы называем, все обуча. Значит, мы приглашаем, мы сейчас весь 7 районов разделили на 7 месяцев. Всех организаторов, заказчиков приглашаем у себя. В этом направлении работаем. Мы надеемся, что к концу года, когда завершим вот это мероприятие, на следующий год у нас, наверное, нарушений в этой сфере поубавится.